Ребят, привет, с вами канал Автомечтатель. И сегодня у нас будет выпуск, посвящен BMW. В общем, проблема такая. Загорелся чек. Ну, в принципе, он периодически загорается. То загорается, то тухнет, то загорается, то тухнет. Особенно, когда вот долго поездишь, когда жаркая погода на улице, ну, высокая температура, больше 30, даже вот так, вот, как сейчас. В общем, загорается, тухнет, но это уже проблема давно. Я сначала грешил на этот клапан, но клапан поменял, но ошибка осталась также по кислороду. Вот, ну и, естественно, это значит катализатора, вот. Потому что, когда датчик загорается, машина начинает на кондиционере вообще не ехать, можно сказать, вот, газ даешь, она так вот, еле-еле, в общем, едет. Что в итоге? В итоге я позвонил ребятам, там одним, которые занимаются удалением катализаторов. И сейчас мы едем в Тулу, чтобы подключить колодку диагностическую, посмотреть точно эту ошибку, катализатора это или нет. Но я уверен, что это именно они. Вот. И дальше будем заказывать пламя-гасители, вырезать старые катализаторы и устанавливать пламя-гасители. Еще одной особенностью как бы является увеличение расхода топлива. То есть, когда катализаторы, они все уже сплавляются, забиваются соты, то есть расход у вас будет повышаться. Вот у меня был расход, когда он датчик этот, ну, чек не загорался, примерно 11 литров, 10,8, 10,9 показывал средний расход. Сейчас же он 12-13 литров. Это уже говорит о том, что катализаторы 100% забиты, и эта ошибка как бы блуждающая. Она то тухнет, то опять загорается, то опять тухнет. Что такое вообще катализатор и для чего он нужен? Катализатор – это часть выхлопной системы, которая отвечает за уменьшение выброса вредных газов отработанных, таких как окись углерода и так далее. Их там много перечислять. Вот. В общем, катализатор, в принципе, как завода, рассчитан в нормальных условиях на 100 тысяч километров. Но с нашим бензином они ходят и того меньше. У кого-то и вообще по 30 тысяч, по 50. Даже на гарантии, когда приезжает машина, допустим, и все, у него загорелся чек, да, продиагностировали, показало то, что все, катализатору хана. По гарантии официалы как бы отказываются это менять и ссылаются вот именно то, что плохой бензин и так далее. Вот. В общем, стоит ли его менять на новый или же ставить пламя-гаситель, это решать только вам. Как бы для вас это плюса никакого не будет, если вы поставите там, да, новый катализатор там. Ну, это плюс будет, да, окружающей среде, если вы переживаете за окружающую среду, хотя это надо делать, переживать как бы за природу, за свою, где вы ездите, но стоил бы он 1-2 тысячи рублей, даже, ну, разговоров бы по этому поводу бы и не было. Вот, но когда там ценник начинается от 35 и выше, тогда уже, да, стоит задуматься, можете ли вы себе позволить поменять этот катализатор или нет. Есть универсальные катализаторы, но они вообще ходят 10-15 тысяч, ну и смысл вообще его ставить? Ну, это так написано было, что от 10 до 15 тысяч, но я думаю, они и больше, в принципе, проходят. Не знаю. В общем, все люди советуют вырезать этот катализатор, либо ставить прямую трубу просто, либо ставить пламя-гаситель. Если вы ставите прямую трубу, то будет, возможно, такой звук, как бы гулящий, такой... Ну, вам же этого не надо, значит, нужно сразу поставить пламя-гаситель и забыть про него. Когда вы устанавливаете вот этот пламя-гаситель, то компьютер будет ругаться, потому что указания с датчиков будут совершенно другие, и для этого делается прошивка. Прошивка ЭБУ. We'll be right back.
Ну да, да. Не то чтобы прям в хлам, но не свежий. Сейчас заведем, послушаем выхлоп.